Всем привет! Сейчас хочу приготовить печенье. Называется оно «Пустынная роза». На канале оно есть, должно быть. Ну, если нет, то повторю рецепт. Так, печенье обалденное. Готовится из простых продуктов и готовится очень быстро. Одно яйцо. 100 грамм сахара. Надо это взбить до белой такой пышной массы. Далее взбила, видите, белая масса, ловим. Так, добавляю теперь 100 грамм мягкого сливочного масла, видите, оно прям совсем мягенькое, мягусенькое, я бы сказала. Духовку я, кстати, уже поставила разогреваться до 160 градусов. С маслом теперь одну минутку буквально перемешать. Все, взбивать больше ничего не нужно. Всыпаем 125 грамм муки. Щепотка соли. И сюда идет 3 грамма разрыхлителя. Но разрыхлитель у меня закончился, поэтому я буду добавлять соду. Буквально вот так вот. Там, на кончике ложки, но нужно будет погасить. Погашу я ее яблочным уксусом. Все, теперь просто перемешиваем. Должно получиться такое мягенькое кремообразное тесто. Смотрите, вот такое должно получиться тесто. Очень мягкая, очень липкая. Вот такое. Так. Что делаем дальше? А, еще сегодня буду делать пирог с персиками. Но это уже следующее видео. Так. В сторонку пока убираем. Понадобятся вот такие хлопья. Самые обычные кукурузные хлопья. Насыпаем их в тарелочку. Не знаю сколько. Пока вот так насыплю. Если будет мало, то добавим. Подготовила противень. Застелила пергаментом. Сейчас все лишнее поуберу. Потому что надо будет сразу. Ой. Отлично. Все падает. Так, надеваю перчатки, вы можете без перчаток. Приступим. Так, я буду делать небольшие печеньки. Можно сделать любого размера, я буду выкладывать чайной ложкой, можно столовой. Итак, что я делаю? Давайте вот так, как показать. Ну, вот так. В общем, берем тесто, ложечку и вот так в хлопья. И облепляем со всех сторон в хлопьях. Придавливаем, прям вот, чтобы вдавились некоторые. Сколько надо прицепиться, остальное... Вот. И вот такие печеньки. Выкладываем. Куда? Сюда. Оставляем место, потому что они вырастут. Помогу ложечкой. И так вот делаем. Печенья очень вкусные. Вот попробуйте. Очень вкусные. Вот так. У меня просто персики остались. Я открывала банку, и мне нужно их использовать. Так что будет еще пирог у нас.
И сметану мне надо использовать. Так, я закончила. Сколько у меня получилось? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Ну, получается, от 12 до 14, обычно 14, но сегодня я не знаю, почему вышло 12, неважно. Видите, чайная ложка выкладывала, и все равно они такие вот прям большие. Все, отправляю в духовку. Минут на 20. В общем, по своей духовке ориентируйтесь. Вы увидите, они станут такие золотисто-красивого цвета. Вот они, печеньки готовы. Смотрите, какие красивые. Очень красивые. Они очень вкусные, поверьте, очень вкусные. Все, сейчас немножко остынут, я их переложу и займусь пирогом. Следующее видео будет пирог. Я уже тут нарезала миндаль, посыпать сверху. Офигенные. Горячие. Попозже покажу, какие они внутри. Остыли, покажу вам. Видно. Кстати, в начинку еще можно было добавить сухофрукты. Чернослив, курага, вяленая вишня. Кстати, я забыла, можно было, видно, было вяленую вишню мне добавить. Они бесподобные, они идеальные. Вот такие. Mm.